Привет и добро пожаловать на канал Роско Усадьба. Приехали мы на монтаж перекрытия двух теплиц типа легенды. Каркас клиента. Будем его сейчас подготавливать и в дальнейшем перекрывать стеклом. Также устанавливать форточные блоки наши, вырезать двери и устанавливать вместо них алюминиевые уже двери. Перекрыли мы стены стеклом. Также начали накручивать дополнительный ряд прогонов на крышу. И на второй теплице уже прикрутили нижний конек. Сейчас мы прикручиваем базу для того, чтобы дальше уже перекрывать крышу. Продолжаем мы перекрытие теплиц. Как я рассказывал, начали мы уже перекрывать крышу. Также прокручиваем усилители дополнительные. Будем еще дальше усиливать их пластинами, закреплять. Вторую теплицу еще только предстоит это сделать. Ну и вырезаем форточные блоки. Закончили мы монтаж. Время уже позднее, плохо видно. Перекрыли крышу. Также установили форточные блоки. Три форточных блока в каждой теплице. Дверь алюминиевая. И термоприводы.